Молодец. Дмитрий, как классно. Да, у нас сегодня капец с уловом. Все клюет. Давай, давай. Сиська. Да. Укола. Значит, на мепса? На мепса. Диви, как классно. Не спеши, не спеши. Класс. Ребята, всем привет. Мы сегодня на щучьей рыбалке. На новом водоеме. А? Что не взял? А на что взять? О. Класс, а теперь вынять из пасти. Кукан есть? Да. Пусти, диви. Чепляй, Паша. Здесь примерно килограммчик. Ну так что. И то приятно. Поставлю я вот такой каннибальный облив. Попробуем раздраконить трофейную щуку. Эйр. Есть? Угу. Ну маленький. Паша бамбук курит. Да, сошла. Уже укушок? Или напильник, судачок? Нет, что-то есть. И что у нас там? Окунь. Блесне захотів. Угу. Капец. Хороший укушок. Ти перший раз на цю блесну? Да. Єсть, Паша, поклювочка. О, нормальне чудо. Наконец-то я разловился. Перепробовал все воблеры от Беркинга. Вообще голяк полный. На блесеньку кондор клюнула. Ну, тоже почти такая же самая, да? Маленький. Вымай, Паша. Грамм 900. Или килограмм. Давай палку опять заструмливать, вот она так само, ну, трошечки меньше. Клюнула щучка на такую блесенку, кондор. Перепробовал я, капец, кучу воблеров и блесен. Молодец. Блин. Мир, мне там же такое было. Досадный сход. Печалька. Ого, класс! Ха-ха!
Так, это уже нормально. Да. Такая красавица. Третья пошла. У меня дырунчик. Да, и окунец непоганый. Извозюкались в болоте, капец. Скажи. Юлий мегаулов. Да, у нас сегодня капец с уловом. Все клюет. Теща там уже ведро окуня наловила. Уже отпускает. На этом водоеме, кстати, ребята, я тут все детство отрыбачил. У нас там дальше было свое место. На резинку приезжали. Я, младший брат и друг Вова. Куме, привіт тобі. По 2-3 рази в неділю їздили на літніх канікулах. 12 кілометрів від дому. Ото ставочок знаходиться. На велосипедах 2-3 часа ночі. Встали і сюди. Почекай секундочку, не сразу. Опана. Так, я щукенці. Та пусть. Я запишу. Так, допомагайте мені, будь ласка. 3 кілограмчика. Чого ще тут наловила ведерко? Я б випускала більше вже, бо я вже. Надеюсь, рыбалка понравилась. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.